Они все-таки существуют. Круглый смарт-вотч делает Motorola. Есть ли жизнь после Джобса? Apple обороняется от писателей-провокаторов. Спокойного YouTube, малыши. Крупнейший видеохостинг создает свою детскую версию. Здравствуйте, вы смотрите программу ProNet. Неизменно увлекательно о гаджетах, технологиях и концептах. А начнем сегодня с того, что в полку умных часов прибыло. Кружка для кофе с подогревом от USB, клавиатура, что сворачивается в рулончик, или вибромассажер, управляемый смартфоном. Пожалуй, в один ряд с такими странными устройствами многие по-прежнему помещают и умные часы, выпускать которые сейчас взялись все, кому не лень. Однако есть среди смарт-вотч и приятные исключения. Превратить эти гаджеты из несуразных безделец в желанную покупку, вероятно, все же удалось. Сделала это компания Motorola. Представленная ею новинка и в самом деле больше похожа именно на часы. Классические, сдержанного дизайна, но при этом наполненные современным функционалом. Детище американской компании именуется Moto 360. Логично, ведь дисплей в 1,8 дюйма круглый, в отличие от экранов смарт-вотч остальных производителей. Выпускаться будут варианты с кожаным и металлическими ремешками. Часики работают с сервисом Google Now. С ними можно будет поговорить, в смысле задавать вопросы и давать команды голосом. Moto 360 умеет прокладывать маршрут, выводить информацию об окружающих объектах, уведомления из соцсетей, управлять музыкой, принимать звонки и многое другое. Впрочем, главное в них все же дизайн. Если у других смарт-вотч явно проглядывают гены предков, электронных чудовищ квадратной формы с микрокалькулятором на 2/3 поверхности, то тут получился девайс, который можно надеть на руку не только вместе с джинсами и майкой с покемонами. В продажу Moto 360 поступят этим летом. После смерти Стива Джобса всякий гораст обидеть Apple. Вот очередной пример. Провокационная книга бывшей журналистки из Wall Street Journal по имени Юкари Иватани Кейн. На публицистику руководство самой дорогой в мире компании отреагировало, пожалуй, даже немного озлобленно. Книга называется «Призрачная империя Apple после Стива Джобса». Автор характеризовала нынешнего директора компании Тима Кука как жесткого руководителя, неприступного и излишне экономного. Также автор рассказала о нелюбви Стива Джобса к телевидению. Есть в этом опусе и анекдоты о работе компании после кончины легендарного любителя водолазок. И вообще, по мнению Кейн, Apple после Джобса не живет, а выживает. Об этом львиная доля страниц в книге. Тим Кук отреагировал быстро. Его вердикт – книга полная ерунда. И ерунда – это очень похоже на другие книги, написанные о гиганте из Купертино в постджобсовскую эпоху. И, конечно, это творение никак не отражает настоящий дух компании. Далее цитата из интервью Кука. «В Apple работает более 85 тысяч сотрудников. Они каждый день стараются создавать лучшие в мире продукты, оставить след в истории. В этом философия Apple. Так было десятилетия назад и будет дальше». Конец цитаты. Я уверен, в нашем будущем. К слову, iPhone 5C в корпусе из пластика, провалившийся в продаже, ставит тезисы гендира компании под сомнение. Однако надеемся, что все у Apple будет хорошо, а не так, как описывается в опусе критичного журналиста. Новость для родителей. Современного ребенка все труднее представить не уставившегося в планшет, а с пластмассовыми пирамидками или, к примеру, кубиком Рубика. Встает вопрос, как оградить чада от нежелательного в его возрасте контента и найти тот самый желательный. Владелица YouTube компания Google взялась за разработку детской версии популярнейшего видеохостинга. YouTube for Kids ориентирован на детей до 10 лет. Подробностей о проекте пока немного. Это будет или отдельное приложение, или закрытый канал. Ролики со взрослым содержанием будут отфильтровываться, а наполнять видеохостинг для малышей предполагается сугубо детским контентом. Google уже обратилась к ряду производителей с просьбой создавать безопасные для просмотра детьми и развивающие ролики. Предположительно, эта версия ресурса обойдется без рекламы, но тогда ее придется сделать платной. Вообще на YouTube есть каналы, ориентированные на самых маленьких зрителей, вроде «Улицы Сезам» или «Дисней». Можно включить родительский контроль, но раз задумана сугубо детская версия, значит, маркетологи доказали руководству Google необходимость ее создания. На сегодня все. Вы смотрели программу ProNet. Все наши выпуски ищите также на сайте канала 24KZ и оставайтесь онлайн.